компания впервые народные деньги объявляет акцию 10 на 10 за 10. За М10 тысяч на 10 дней переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в народные деньги. Такого еще не было. Тува и Монголия изучают возможности развития туризма и энергетики. 15 мая, во второй день официального визита в Монголию, делегация Тувы под руководством главы республики провела встречи с министром природы, окружающей среды и туризма и заместителем министра энергетики Монголии. С руководством эколого-туристического ведомства обсуждались перспективы партнерства в освоении природных ресурсов и расширения сотрудничества в области туризма. Как отметили стороны, обоим регионам есть что предложить друг другу, а также поучиться друг у друга в деле организации международного туризма. На встрече в Минэнерго Монголии разговор шел о взаимодействии в реализации проекта по строительству энергокоридора «Россия-Монголия». Отмечается, что в настоящее время работа над ним ведется на уровне энергетических компаний с той и другой стороны. В частности, Россети предлагают Монголии создать энергомост от Саяно-Шушенской ГЭС через Туву, который позволит на порядок увеличить мощность монгольской энергосистемы и запасом обеспечит потребности экономического развития страны. В графике главы Тувы Шалбана Караула также запланирована встреча с руководством железнодорожной компании, а также с министром обороны Монголии. Социальный проект «Корова-кормилица» в Туве в этом году охватит более 1300 человек. Уже определены 99 потенциальных поставщиков крупного рогатого скота, готовых предоставить 137 коров в 11 районах Тувы. Об этом сообщает агентство по делам семьи и детей. Напомним, что в этом году в проект «Корова-кормилица» войдут еще 250 малоимущих многодетных семей республики. В населенных пунктах прошли сходы граждан, где определены новые участники. В республиканском бюджете на реализацию проекта заложено чуть более 9 миллионов рублей. Всего участниками социального проекта в первые два года реализации стали 619 многодетных семей со всех районов. Представители мэрии Кызыла и транспортной инспекции ознакомили пассажироперевозчиков с предстоящими изменениями. Начальник департамента городского хозяйства мэрии города сообщает, что в скором времени с некоторыми пассажироперевозчиками планируется расторгнуть договор. Все это будет происходить на законных основаниях в рамках 220-го федерального закона. После расторжения этот закон подразумевает проведение конкурса среди предпринимателей на право осуществления перевозок внутри города. Как отметили в департаменте, договор не расторгается с предпринимателями, заключившими контракт с мэрией Кызыла в 2014 и 2015 годах. Контракт планируется расторгнуть с владельцами маршрутных такси и автобусов, начавшими свою деятельность в 2016, 2017 и 2018 годах. Такой приоритет им обеспечил все тот же 220-й ФЗ. С маршрутчиками, которые прошли конкурс, мэрия Кызыла заключит договор на 5 лет. В новом контракте появятся пункты, которых ранее не было в предыдущих. Будут строго следить за тем, все пассажиры обеспечены билетами. Также с кондукторов будут требовать наличие специальной накидки. Контролировать работу пассажироперевозчиков будут специалисты транспортного управления департамента городского хозяйства мэрии Кызыла. Также на совещании организаторы мероприятия предупредили, совместно со столичной администрацией, ГИБДД и транспортной инспекцией началась охота на нелегальщиков, тех, кто осуществляет пассажироперевозки без соответствующей лицензии. Если такой водитель попадется, машину сразу же поместят на штрафплощадку. Жестко будут бороться и с теми, кто перепродает маршруты. Организаторы совещания еще раз напомнили предпринимателям. 44-й федеральный закон запрещает такую деятельность. Напомним, 2018 год в Кызыле объявлен годом пассажироперевозок. Министерство образования и науки республики с 15 мая по 15 июня принимает документы для участия в конкурсном отборе на получение из республиканского бюджета Тувы субсидий на возмещение части затрат на содержание детей чабанов, проживающих в интернатах муниципальных общеобразовательных организаций региона. Заявки принимаются по адресу город Кызыл, улица Калинина, 1Б, кабинет 222, Министерство образования и науки республики Тува.
С 1 июля текущего года Фонд социального страхования реализует пилотный проект «Прямые выплаты», в соответствии с которым пособие выплачивается работникам напрямую территориальными органами фонда, минуя работодателя. Проект «Прямые выплаты» затрагивает всех граждан, работающих по трудовым договорам, и направлен на защиту прав работников. Новый порядок назначения и выплаты пособий дает гражданам гарантии получения пособия своевременно и в полном объеме, независимо от финансового положения работодателей. Для работников порядок получения и оформления самого листка нетрудоспособности остается прежним, и документы будут также сдаваться по месту работы. Меняется только способ получения выплат по листку нетрудоспособности. Оплата будет производиться непосредственно региональным отделением Фонда социального страхования России напрямую. Преимущество пилотного проекта прямых выплат в том, что застрахованные граждане будут своевременно и правильной форме в размере получать пособия, возникнут, значит, отпадут все проблемы с задержкой выплат пособий. Страхователь должен будет в полной мере уплачивать страховые взносы по временной интервенционной связи с материнством в налоговую службу, а страховые взносы от несчастных случаев и профзаболеваний – Фонд социального страхования. Дальше. Застрахованный гражданин с заявлением обращается к работодателю, предоставляет полный пакет документов. Работодатель не позднее 5 дней должен сформировать реестр в электронной форме и направить в Фонд социального страхования. Фонд социального страхования, получив реестр документов в полный комплект, в течение 10 дней, проведя проверку, перечисляет денежные средства, пособия на расчетный счет получателя. Отмечается, что с 1 июля текущего года перечисления всех пособий будут осуществляться через национальную платежную систему МИР. И о курсах валют: доллар стоит 61 рубль 92 копейки, евро 73 рубля 86 копеек. Сила гор, магия трав, выносливость морала. Теперь в одном флаконе. Новинка – пантовый бальзам «Субидей» с уникальным набором витаминов, коллагеном и экстрактами редких тувинских трав. Зарядись энергией. Травы Тувы. Чуйдум 44. Напротив торгового дома «Алексеевский». Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений. И огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то «Тува ТВ». Министерство образования и науки Тувы ведет набор детей, участников губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» для обучения и проживания с 1 сентября этого года в новой республиканской аграрной школе-интернат в селе Итал Улухемского района. В новой современной школе будут обучаться 176 человек, из них 50 – дети участников губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» со всей республики. Отмечается, что в здании школы расположены актовый зал, библиотека с читальным залом, лингофонные кабинеты – кабинет робототехники. На территории образовательного учреждения имеется спортивная площадка с футбольным, баскетбольным и волейбольным полями, беговая дорожка и теннисный корт. Также в учреждении созданы самые современные условия для обучения. 15 мая учащиеся 6 классов республики написали всероссийскую проверочную работу по истории. Участие школ в текущем году является добровольным. Проверочную работу по истории провели в 150 школах республики. Она включала в себя 10 заданий, на ее выполнение давалось 60 минут. Первая часть работы посвящена истории России и истории зарубежных стран. Во второй части предложено задание по истории родного края. Задания проверочных работ нацелены на проверку умения работать с людьми,
иллюстративным материалом, то есть обучающийся должен соотнести изображение с событиями и процессами, к которым они относятся. Умение работать с текстовыми историческими источниками, проверку знаний исторической терминологии и исторических персоналей, умение работать с исторической картой, проверку знания фактов истории культуры России и зарубежных стран. В Кызыле с 27 апреля по 27 мая в Национальном музее проходит сразу две увлекательные зоовыставки – контактный зоопарк и выставка экзотических бабочек. На первом этаже в контактном зоопарке вас ждут величественные рептилии – могучие удавы, ящерица, крокодил, забавные пушистики, озорные хорьки, милые шиншиллы, веселая обезьяна, а также цветастое великое множество птиц с разных уголков мира. Разнообразие фауны в контактном зоопарке радует всех посетителей. Да и действительно, остаться равнодушным от этих общительных ручных созданий просто невозможно. А на втором этаже расположилась выставка экзотических бабочек. Только здесь вы можете насладиться всей красотой этих удивительных насекомых, которых на выставке представлено около 30 видов. Это бабочки из Индии, Китая, Египта, Америки и многих других стран. Во время экскурсии вы узнаете, где и как рождаются бабочки, чем они питаются, почему их нельзя брать за крылья и много других фактов об этих прекрасных созданиях. И, кстати, на выставке бабочки свободно летают по помещению, а значит, их можно покормить, подставить им для посадки плечо и сделать красивые селфи. Причем абсолютно бесплатно. Побывать в контактном зоопарке или на выставке бабочек вы можете ежедневно с 11 утра до 19 вечера в Национальном музее города Кызыла. Отметим, что 18 мая в рамках акции «Ночь в музее» контактный зоопарк будет работать также до 12 ночи. Родители и дети старше 3 лет проходят по обычной цене билета – 200 рублей, а все дети до 3 лет – бесплатно. А при покупке 2 билетов на каждую выставку вы получаете скидку в 100 рублей. Билеты приобретайте в кассе музея. Действуют групповые заявки. Откройте для себя удивительный экзотический мир. Универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8 подготовил для жителей Тувы розыгрыш холодильника марки «Бирюса». Для участия вам нужно купить продукты на 600 рублей, и вы получаете карту с номером, которая позволяет вам участвовать в розыгрыше. Не забывайте, чем больше карточек, тем больше шанс получить приз. Розыгрыш нового холодильника марки «Бирюса» состоится 27 мая в 15 часов по адресу Ровенская, 8 в универсаме номер 19. На 600 рублей вы можете приобрести много чего. Если вы бережливая хозяйка, то приходите в универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8. Еще и поучаствуйте в розыгрыше. Спонсор выпуска прогноза погоды – кредитный потребительский кооператив «Советский сберегательный союз регионов». Филиалы кредитного кооператива СССР размещены в 15 городах Российской Федерации. Это удобно. Теперь каждый желающий может стать членом кредитного кооператива и в самые короткие сроки начать получать дополнительный доход по своим вкладам. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, возможно гроза. В Кызыле перемена облачность, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 13. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4 градуса, днем плюс 22, плюс 24. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию «10 на 10 за 10». За М10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было.